Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Федра. Федра – дочь критского царя Миноса, сестра Ариадны, молодая жена Тесея и мачеха Ипполита. Влюбившись в Ипполита и будучи отвергнутой им, оклеветала пасынка, тем самым погубив его. Сама Федра кончает жизнь самоубийством. Поверивший клевете Тесей, проклял сына и стал виновником его гибели. По рассказу Еврипида, она послала Тесею таблички, что Ипполит ее изнасиловал, и сразу повесилась, либо повесилась после смерти Ипполита. Эта легенда составляет сюжет трагедии Еврипида «Ипполит». Другие греческие драмы, написанные на эту тему, до нас не дошли. Повсаний видел в Трезене могилы Федры и Ипполита. Сенека, создавая свою Федру, опирался, по-видимому, на Овидиевую героинь, в которых Федра пишет Ипполиту страстное послание. По свидетельству самого Расина, он работал над Федрой, опираясь на версию Еврипида. К сюжету обращались Шиллер, Сунбери, Кокто и Цветаева. Но так вкратце о Федре, дочери критского царя Миноса. Пока-пока, до свидания.